Тюмень готовится к сезону клещей. Вакцинация от энцефалита для профессиональной групп риска начнется в конце марта. Область закупила 130 тысяч доз вакцины. Врачи напоминают, что иммунитет к заболеванию вырабатывается только после третьей прививки, поэтому ставить их надо заранее. Сделать это можно в любой поликлинике круглый год. Те люди, у которых нет еще трех прививок, нужно понимать и защищать себя в принципе, от присасывания клещей, потому что кроме клещевого энцефалита у нас клещи в нашей Тюменской области переносят еще ряд серьезных заболеваний. Причем два из них были открыты только в 2002 году, и хотя пациенты успешно выздоравливают, врачи не могут с уверенностью говорить о последствиях перенесенных заболеваний. Весь сезон в инфекционной больнице будет круглосуточно работать специальный кабинет. В прошлом году первые укусы были зафиксированы уже в конце марта.